ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي. Спросите кавказца, вы мусульманин? Он ответит: да, конечно. Они все ответят: да, 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 да. Но посмотрите. Чем сейчас заняты эти самые кавказцы? Я не говорю о всех, я говорю о многих. Я вел в поиске самые четкие кавказы, и открылась такая картина, что эти люди занимаются ерундой. Они закидывают свои фотки в эти страницы, и они заходят друг к другу и смотрят эти фотки, оценивая их или выбирая себе ту девушку, с которой он будет общаться в дальнейшем, в блудных отношениях. Одними словами, тут одно нечестие – разврат. Я называю это панелью, где парень выбирает себе девушку, и наоборот. И это те люди, которые называют себя мусульманами. Они не бывают в мечетях. Они не приходят на пятницу. Они не бывают на джума вместе с остальными мусульманами. В тот момент они едут на своих приорах с полной музыкой, пересекая улицы города. А потом, какой твой удел? Посмотрите на эти фотки. Разве это ислам? Разве это те мусульманки? Я понимаю, вы научились фоткаться, и теперь у вас подобных фотографий много. Вас не заботит ваше состояние. Вы даже не пытались изучить свою религию. Так как вы можете называть себя мусульманами, когда кто-то призывает вас, вы ему говорите, как будто ты праведный. Может, и вы мне так скажете, так знайте, что я делаю напоминание вам. Так напоминайте и мне, если увидите мою неправоту. Напоминайте, так как в Коране сказано, и напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим. 51 сура, 55 аят. Подумайте и вернитесь в ислам. И напоследок, чья речь прекрасен, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает правильно и говорит: «Воистину, я один из мусульман». 41 сура, 33 аят.